В 9 часу утра водитель Рено Дастер ехал по улице Пятилетки от площади Первостроителей в сторону ЦУМа. В это время водитель на автобусе марки ПАС двигался по улице Льва Толстого от здания КДЦ. Мужчина пытался проскочить перекресток перед Рено, но не успел. В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения, но смог уехать своим ходом. Из людей никто серьезно не пострадал. Позже, в 7 часу вечера, случилось еще одно ДТП. 19-летний парень на Volkswagen Polo, не имея водительского удостоверения, ехал по улице Большевистская в сторону Мира. Не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с Ладой Гранта. В аварии пострадал водитель Пола. Его госпитализировали в больницу. В период с 4 по 6 декабря 2020 года на территории Березняковского городского округа произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых один человек пострадал. Сотрудниками госавтоинспекции проводились профилактические мероприятия, в результате которых 165 правонарушений было пресечено. Из этого числа 5 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, двое из них повторно. 3 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также 10 человек управляли авто, не имея водительского удостоверения. Двое из них были пьяны. За выезд на полосу встречного движения оформили 6 нарушителей. 11 водителей не пропустили пешеходов на зебре. За переход дороги в неположенном месте оштрафовали 35 пешеходов.